полость в руки книга. В ней так много картинок. История ребенка в шортах и без ботинок. Его даже любили, иногда даже нянчили. Она косячит, не били, его просто охуячили. Особенный день он как-то взял и паник. Украл фломастер в магазине и завел себе дневник. И никому не показывал, все время что-то скрывал. Но я знаю, что я прочитал. Хотите нет, хотите верьте, вчера я был на дне рождения смерти. Она меня посадила за свой праздничный ужин и не убила, даже ей я не нужен. Хотите нет, хотите верьте. Хотите нет, хотите верьте. Даже ей я не нужен. Читал взахлёб главы про молодость. Я обнаружил совпадение в предметах гордости, начиная с проституток в заброшенных хатах, доходя до мозгоубивательных препаратов. Но кто-то взрослеет и кем-то становится, а для кого-то время как бы остановится. И он садится на корточки, закрывая глаза, и читает как мантру свои же слова. Хотите нет, хотите верьте. Я прожил жизнь на дне рождения смерти. Она меня посадила за свой праздничный ужин и не убила, даже ей я не нужен. Хотите нет, хотите верьте. Хотите нет, хотите верьте. Даже ей я не нужен. Я лежу на полу, все давно изменилось, а я как жил, так и живу. Запиваю водой заплесневелый сухарь и никого давно не жду. И мне не жаль. Пора прощаться с тем, что видели зрачки. Я аккуратно в металлический футляр убрал очки. Присел на корточки, как раньше, когда мне было 5. Закрыл руками рот и нос и перестал дышать. Хотите нет, хотите верьте. Я приглашен на день рождения смерти. Она меня посадила за свой праздничный ужин. Благодарю, ну хоть кому-то я нужен. Хотите нет, хотите верьте. Ну хоть кому-то я нужен. Хотите нет, хотите верьте. Ну хоть кому-то я нужен.